По данным Министерства сельского хозяйства республики, засеяно 129 тысяч гектаров. Это 65% к плану. Близки к завершению весенне-полевые работы хозяйства Яльчикского и Шамуршинского районов. Самые низкие показатели в Маргаушском и Красночитайском. На полях одной из агрофирм Комсомольского района побывал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Этой весной в агрофирме «Слава картофелю» планируют посадить более 750 гектаров второго хлеба. В прошлом году здесь удалось собрать 6 тысяч тонн картофеля. Аграрии отмечают, что и в этот раз делают ставку на урожайные сорта. Серьезных проблем с техникой пока не возникает, работы идут по плану. Благоприятствуют аграриям и погодные условия. Главное сейчас сохранить оптимальное количество влаги в почве. Михаил Игнатьев отметил, что ход весенней страды он контролирует лично. В Комсомольском районе они практически 50% уже работ выполнили. Глава администрации сегодня мне доложил. Депутаты Государственного совета от Комсомольского района Петр Степанович, Киямидин Сардинович отслеживают, общаются с механизаторами. Я пообщался. Настроение у них хорошее, рабочее, приподнятое. И в принципе в этом году мы должны лучше сработать, чем в прошлом 2014 году.